На улице все больше холодает и стремительно темнеет. Предстоящие выходные, пока благовещенцам не включили отопление, не повод сидеть дома и мерзнуть. О самых заметных киноновинках и интересных событиях предстоящего уикенда расскажет наша постоянная рубрика «Культмас». Драма, которая заставит прослезиться даже мужчин. Фильм основан на самой масштабной катастрофе, произошедшей на Эвересте в 1996 году. Это история о том, как обычные люди без сверхспособностей способны совершить в реальной жизни подъемы, иногда несовместимые с жизнью. Упрямцы бросают вызов природе, поднимаясь на вершину мира ради одного момента. Как говорят критики, этой картины режиссер воздвигнул памятник человеческой крепости духа и вообще альпинизму. Посмотреть стоит даже не любителям драм, ради удивительной красоты съемок на реальном Эвересте. «Рыжая осень с усами и хвостами». В Благовещенске пройдет очередная выставка кошек. Более 19 уникальных пород пушистых со всего Дальнего Востока соберут в одном месте для того, чтобы зрители полюбовались на шестипалого мейн-куна или котят редкой рогатой кошки. Заряжаться положительными эмоциями от общения с братьями меньшими можно будет 2 дня. Помимо выставки кошек, на выходные запланировано немало интересного. Например, фестиваль заниженных авто. Он стартует в субботу в районе улицы Промышленной. В программе выступления диджеев города, игры и, конечно же, заезды. Для самых спортивных – соревнования по боксу и кросс-нации. Бежать может любой желающий, от ребенка до пенсионера. С любителями побегут и спортсмены-профессионалы. Для тех, кто мало бегал – семинар «Как встретить идеального мужчину». Позже на набережной Амура отпразднуют День тигра. 2 часа пройдет флешмоб «Голос тигра». Есть чем себя занять и любителям прекрасного. В 2 дня выходных в Благовещенске откроются выставки, пройдут спектакли и концерты.